Ну что, друзья, здравствуйте. Хочется какой-то вкусняшки. Сделали самогоночку. Свои честные 43 градуса. Вкусно. И решили разжиться вот таким мармеладом. Говорят, что натуральный, кастомный и очень вкусный. Вот что будет, если самогонку настоять на готовом мармеладе черно-смородиновом? Здесь, кстати, 200 граммов. Уже чуть-чуть поменьше. Сейчас мы все это дело засунем в бутылку. И зальем сортировкой. Итак, для того, чтобы оно лучше настаивалось, значит, будем использовать вакуумный купорщик медведя. Значит, очень удобно. Настаивается в бутылочке, да? Значит, крышечка с контролем вакуума. Мы отрегулировали с помощью аквамутика, чтобы он четко был по бутылке. Вот так вот, представляем. И... О, как его перекосило-то. Теперь мы его вот так вот прокрутили. Сбросим лишний вакуум. Снимем. Все утянуто. И мелкие пузырьки идут внутри. Мелкие-мелкие. Вот они. Видите, как оно кипит? Начинает кипеть медленно, но верно. То есть вакуумный купорщик работает. А я постоит это у меня где-нибудь недельки две, а потом я его продегустирую и вам скажу.